На Пинской пешеходке практически с раннего утра и до позднего вечера кипит жизнь. Каждый день здесь происходит что-то новое и необыкновенное, что заставляет остановиться и прислушаться даже тех, кто просто прогуливается по самому любимому в городе месту. В субботний вечер 18 июля пинчане приняли участие в тематическом вечере, посвященном 76-й годовщине освобождения города Пинска от немецко-фашистских захватчиков «Славься, наш город над Пиной». Не осталось порой имен, те, кто приняли смертный бой. Знакомые звуки, запавшие однажды и навсегда. Песни из кинофильма «Офицеры» звенят над притихшей на несколько минут улицей Ленина. В памятном месте у трех штыков, символов воинского братства, развернут главный лозунг, который объединяет нас, белорусов, в едином порыве гордости и любви к родной стране. Пинская пешеходка – самый яркий и, пожалуй, самый полюбившийся пинчанам и гостям города проект. Это открытая сцена для профессионалов и любителей. Здесь не только оживают ремесла, и кипит особый, присущий столице Полесья с незапамятных времен колорит и ритм. Это место, где пинчане создают новые традиции. И акция «Мы вместе» из числа тех, которые будут вписаны в ее историю. Патриотическую акцию провели совместно финские городские организации общественных республиканских объединений «Белая Русь», «Белорусский союз женщин», «Федерация профсоюзов Беларуси», «Белорусский республиканский союз молодежи». Их совместными усилиями вечер получился необыкновенно задушевным. Проникновенные песни в исполнении полюбившихся исполнителей наполняли сердца присутствующих особыми чувствами сопричастности к истории города и страны. Гордости за день сегодняшний и уверенности в завтрашнем дне. Подождите, родители, защити, спаси, ног. Я вернусь победителем в тихий майский денек. Мы помним, кто стал победителем в той страшной войне. Огненное смертоносное пламя Великой Отечественной опалило души многих миллионов людей. И поколение 21 века всегда будет помнить, какой ценой завоеван мир и как важно сохранить его навсегда.